Духовник обители много молился и часто оскорбел о грехах человеческих. В монастырь многие приезжали, чтобы спросить его духовного совета. И странным ему казалось, почему это так бывает, что люди в церковь ходят, Богу молятся, а живут все так же тяжело, и греха не убывает. Батюшка, простите, я спрошу, можно, беда у меня, дочка пьет, из дома выгоняет. Молить за нее, записочку подай, и мы помолимся. А какую молитву читать? Матери за ребенка. И в церковь ходит? Она нет, не ходит. Бедная, помоги тебе, ты, Бог. Помоги тебе, Господи. Молись, не отчаивайся. Сил никаких нет. Вот все у нас так плохо. И проблемы все. От того, что не каемся, в церковь не ходим. Посты не соблюдаем. Ходим, да не молимся. Боже, Боже, как жить дальше? Не молимся. Батюшка, благословите. Бог благословит. От меня жена сбежала. Значит, такой муж раз сбежала. Я монах, с женами разбирать сами. В церковь ходишь, исповедуешься, причащаешься. Хожу, причащаюсь. Правила читаешь? Читаю. Вот и слава Богу, не прекращай, молись. Во имя Отца и Сына Святого. Благословите, дочь Бога. Бог благословит. Бог благословит. Благословите, батюшка. Бог благословит. Мой батюшка меня благословит. Спасибо, Господи, батюшка. Благослови, Господи. Господи, почему ты не слышишь нас? Вот же люди. И в церковь ходят, и дома молятся. А живут так же тяжело. И греха не убывает. Неужели истощилось милосердие Твое? Услыши нас, грешных, Господи, уповающих на Тебя. Вон миг глаза молений наших, чтобы жить нам в мире и покаянии. Господи, неужели так суетна молитва наша, что ты не слышишь нас, Господи? Господи, 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 Господи. Батюшка, помолитесь за моих сыновей. Батюшка, что мне делать? Что мне делать? Прояви, Боже, милосердие Твое. Помоги всем нам, яко человека любит. Господи. Господи. Прости, Боже. Дерзновение мое, сам разуми, что мне подобает творить и глаголать. Господи, помилуй убогого раба Твоего. Аминь.
Не бойся, я ангел Божий. Что за звуки? Это звучат святые молитвы. Только они слышны здесь. А чего так слабо звучат эти звуки? А чего так мало их? Ведь народ сейчас молится в храме. Ты хочешь знать? Да. Почему я ничего не слышу? Сейчас ты все поймешь. Ну, тенора орут, басы давят, а регент наш не слышит, что ли? Вот если бы регентом был я бы вот этих... В новой шляпке. Каблучины какие? Конечно, муж ты на 10 лет младше. Вчера это. Если еще и Лексус купить, налоговая сразу же явится. Если эта дура с начесом еще ладно. А если этот полковник отставной, Лексус мне как самолет обойдется по... Она ведь не замужем. Зачем колечко носит? Видишь, как смотрит-то. А может, потом подойти, заговорить. Вот бы жену такую. Симпатичную. Сколько ему про Бога можно повторять? Молишься за него, молишься. А у него только чемпионат мира по футболу в голове. Гол, гол. Вот и гол, как сокол. Господи! Господи! Господи, ты милостивый, спаси, помилуй, исцели моего папку. Боженька, пусть он не пьет, прошу тебя, помоги ему. Видишь эти скорбь и любовь? Вот молитвы, которые слышны у нас. А люди хоть и в церковь ходят, и, как им кажется, молятся, а только все это пустое. Такие молитвы до Бога не доходят и плода не приносят.
Господи, пожалуйста, помоги. Я так его люблю. Прости меня, грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, прости меня, грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, каюсь. Господи, каюсь. Господи, прости меня, грешного, Господи. Господи, прости меня, грешного. Господи, прости меня грешного, что усомнился в милосердии Твоем.